1 декабря Всероссийской политической партии «Единая Россия» исполнилось ровно 20 лет. Секретарь Одинцовского отделения, глава муниципалитета Андрей Иванов поздравил однопартийцев и отметил, что за два десятилетия по инициативе партии были успешно реализованы ключевые проекты во всех сферах жизни округа. Глава подчеркнул принцип работы партии «Добрые дела». Приоритетными являются не только крупные проекты федерального или регионального уровней, но и адресная помощь. Особенно ярко это проявилось в период пандемии. Андрей Иванов поблагодарил всех, кто все годы верил в партию и поддерживал своими голосами.